ну, мы знаем, там, пока сегодня не думаем, аналогично, пока мы не думаем, мне нужно будет закрепить, закрепиться на этом. Маша тоже, пока мы слышим, ну, давай, на зимней школе обязательно будет. На зимней школе. И потом будет работать. Так, хорошо. Ну, а так, поздравляю, это нормально. Нормально, но тут не было. Позначили на зимний курс. Шажочек назад сделайте, ребят. Я считаю, что ждала. Давай, ты на зимней школе будешь? На зимней со всеми. Да, хорошо, потому что были замечания, пока у тебя как тренировка не была. У тебя принимают экзамен, но на зимней школе быть со всеми синими поясами. Понял? Так, Николай, были небольшие замечания на тройке. Ну, сдал. Хорошо. Так. Ну и дальше что мы будем делать? Ос! Ос! Шажочек назад сделайте.
два человека сегодня на третий курс давали. Достойно, хорошо. Не запрос. Здравствуйте. Поздравляю. Первая сторона Линда Маркей. Повернулись ко мне. Лицом. Так, ребят, значит, что говорим дальше? Дальше свои паспорта вы сдаете своим тренерам, а некоторые я расписываю. Не забывайте, что графы паспорта должны быть заполнены. Сертификаты тоже дома заполнены. Или тренера ваши заполнены. Так, да? Вот. Ну и после этого можно свободно фотографировать. Все, свободно. Всех поздравляю с сдачей. Дома, ребята, осталось.